Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Меня зовут Агаси, и в этот раз я хочу вам показать хороший вариант 2 плюс 1, который подходит под ВНЖ. В топу можно указать по этой квартире минимум 200 тысяч долларов или 205 тысяч долларов, скажем. Добавьте на налоги, на оформление всего выйдут где-то 9500 долларов плюс-минус. Или же уже ниже, может 8500 долларов курс. Все зависит от курса валюты. Хороший вариант. Первый большой балкон. В этой квартире три балкона. 100 квадратных метров минимум полезная площадь. 105 может быть, 107 может быть, даже 110 может быть. Я минимально говорю полезная площадь. Гостиная совмещена с кухней. Проект был сдан в 2008 году, 2009 между ними. Бытовая техника вся бэка. А тут есть кусочек вид на горы, на бассейн соседнего комплекса. Тут у нас прихожая, как видите. Хорошая прихожая, можно шкафчик сюда установить. Планировка. Похоже на... Так, вторая, то есть первая спальня. Вот. 14-15 квадратных метров между ними. Второй балкон. Территория теннисный корт, мини-площадка, рядом есть парк. Открытая парковка перед этим зданием. Шаговая доступность, инфраструктура для жизни, магазины, кафе, рестораны, бассейн, тут бар. Думаю, сауна есть, но в основном ей не пользуются. Айда 1000 лир. Первый санузел полноценный с вытяжкой. Так, это родительская спальня, просторная, тоже где-то 15-17 квадратных метров максимум. Может быть, даже, да, больше 17-18, потому что расстояние от этой кровати большое. Метр, метр с половиной, 2 метра, и там где-то 2 метра. Кровать 180 на 2 метра. Второй санузел. Вытяжка тоже есть. Еще один балкон. Это соседний проект. Три стороны квартиры. Итак, цена 143 тысяч евро. Средний этаж подходит под ВНЖ. Звоните, пишите по номеру +90 555 064-91-10. Ставим лайк, подписываем на наш канал, пишем комментарий.